И снова пятница, и снова машинист модного экспресса ведет вас по трендам и антитрендам этого лета. Доброе утро! Сегодня мы продолжим выбрасывать либо раздаривать немодные вещи, освобождая свой гардероб для летних покупочек. Сегодня мы прощаемся с вещами, которые изобилуют вышивкой и аппликациями. Ушли в прошлое джинсы, джинсовые куртки, расшитые бисером, стеклярусом, пайетками. В моде чистые вещи с забавными принтами. Уходит от нас и логомания. Хотя некоторые модельеры все же показали на подиумах лого, но я думаю, надо быть скромнее и не становиться ходячей рекламой брендов, да еще за бесплатно. No-name, хорошее качество, вот приоритеты на это лето. Как бы кому-то не нравился черный Total Look, этим летом мы от него отдохнем и заменим его на Total Coral, Total Beige или Total White. Следующий антитренд – это комплектность. Никаких комплектов типа шапочка, шарф, перчаточки одного тона или сумка, туфли одного цвета. Фантазируй. Ну а если вы сторонница стандартного брючного костюма, который, кстати, никогда не выходил из моды, придумайте аксессуар, который взорвет скромность вашего костюма. Пусть это будет платок, брошь, сумка или ремень поверх жакета. Главное, чтобы аксессуар был с характером. И еще немного о брюках, точнее о брюках с лампасами. Этим летом они, конечно же, еще продержатся, но только в широком варианте. Узкие брюки и джинсы с лампасами совсем ушли в историю. Так что покупать их на это лето я вам не рекомендую. Ну а в следующей программе мы продолжим разбирать ваши шкафы, освобождая место для новых покупочек. И помните еще о том, что если вдруг какая-то вещь вам не понадобилась в течение года, смело с ней прощайтесь, это закон. Нескучных вам выходных, ваш Николай Романов.